Как видят современные дети взаимоотношения в семье? Ответ на этот вопрос узнали участники конкурса «Главное в жизни – семья», итоги которого подвели накануне. Какие темы стали наиболее популярными, выяснила наша съемочная группа. Для каждого семья – это драгоценность, которую человек ценит и оберегает на протяжении всей жизни. Именно она становится для ребенка проводником во взрослую жизнь. На конкурсный отбор поступили разные работы. Некоторые заставляют задуматься о проблемах взаимоотношений. Так Милана Петрова из Осташкова изобразила картину развода родителей, но не своих, чтобы показать людям, какую боль приносят такие периоды детям. Я очень часто задумываюсь о судьбе других детей. И, конечно же, очень проникаюсь этим и захотелось поделиться с другими этим очень таким трогающим чувством. Для меня главное в семье – это взаимопонимание, любовь и гармония, потому что без поддержки любимых людей очень тяжело жить. В нашем регионе конкурс проводился впервые. Однако школьники и студенты Тверской области проявили активность. Всего поступило около 450 работ. Показать свой взгляд на семью ребята могли в разных жанрах. Это рисунок, фотография, видеоролики и литературные зарисовки. Дети рисуют то, что видят. Соответственно, и рисунки, и литературные работы, в общем-то, они действительно очень различные. Много очень работ было прислано о многодетности. Мы видим, мы читаем, мы видим и отсматриваем, что, в общем-то, действительно 3-4 ребенка в семье – это, видимо, уже нормальная ситуация. Для Данила Соловьева важно было показать в своей творческой работе, как он понимает тему зарождения семьи. Так появился рисунок рождения ребенка, который победил в номинации «Рисунки-плакаты». Когда человек рождается, больно его награждают специальным даром, чтобы он умел разные предметы делать. Награждают его специальным даром и дают ему какую-то суперспособность. И дает ему главное самое жизнь, чтобы никто не болел и никто никогда не умер. Во время общения с журналистами на пресс-конференции по итогам года губернатор Тверской области Игорь Рудени отметил, что основная задача – это воспитывать позитивную тенденцию по укреплению семьи. Это институт воспитания детей. Все базовые ценности у ребенка формируются именно в семье. А конкурсные работы в дальнейшем планируется опубликовать, а лучшие будут использованы для создания социальной рекламы.